Всем привет, вы на канале Шеф Геймс, меня зовут Олег, это Skyrim. И следующая миссия, необходимо найти слово силы. Слово силы. В этом комплексе мы не были, я его только раскрывал. Фолгунтур. Пройдемте. Пройдемте и посмотрим... Что же нас здесь ждет? А здесь нас ждет наверняка какая-то и не одна ловушка. Так, драугры. О, как интересно. А где кнопка? А, вот она. Оп. Слабый яд. Идем, продвигаемся. Наверняка. Да. Искатель приключений. Стальной меч. Золотишко. Есть несколько драугров. Ну, ребятки... Кстати говоря, открыли, между прочим, одним из ключей в виде лапы. Драконьи лапы. Ребятки знали, что делают. Что-то ёшкин кот. Но наверняка дальше им не дали пройти. И, кстати говоря, костяной коготь мне нужен. Так, искатель приключений. А где коготь? Где коготь? Ну, наверное, мы сейчас дальше его найдем. Увидим. Все, ладно, пойдемте туда направо. Так, здесь ловушка. Опа, братон! Да тут одни ловушки. Тут одни ловушки. Окей. И сюда, ребятки, прошли. Ну, пойдем, завалим их. Так, тихо. Кто следующий? Да что ты... Никак, а? Так, ну что у нас здесь с вами? Есть мосток, который нам надо открыть. Есть какие-то глючные текстуры, поэтому мы зажжем свечку. Чесанем, ребят. А вот и одноручное оружие поднимается. Неплохо. Золотишко, блин. Когтя у него нет. А где же мне коготок взять? Видимо, дальше. Еще драугры, еще драугры. Да. Ребятки. Вылазили, но нам уже не помеха. Так, булава. Угу. Наверх. А еще вода. Так. Ха. Ха.
как бы, конечно... Ага. А то есть... Ай! Кошелечек и эльфийский двуручный меч. А, неплохо. А, неплохо. Оп, и мы поднялись. Красота! Так, сюда все-таки добрались, ребятки, да? Странно, что там драугры были. А вот, наверное, и наш друг. Да, он именной, соответственно, у него будет, скорее всего, коготок. Так точно. Железный кинжал, дневник. Запретная легенда. Так это еще и не просто так все. Так, ну это дешевенько. Не будем брать. Продать его не удастся. Хм. Прочитать дневник. Найти часть амулета Галдура. Найти часть амулета в зале. Так, найти часть амулета Галдура. Обалдеть. Очень интересно. Очень интересно. Куда нам идти дальше? Получается, мне необходимо, скорее всего, вернуться, либо вот сделать вот так. Опа. Я там кого-то задел. Вот же ты. Интересный товарищ. Ну иди сюда. Не попал. А если я попаду? Что-то у меня приподнялось там, да? Пойдем дальше, пойдем дальше. И снова загадки. Так, это не к добру. Неплохой сундучок. Короче, боевой молот. Да ну его. Так, ладно, меня отравили немножко. Ничего страшного. Бам! Упал, братан. Ха-ха. Подъем. Служба не ждет. Короче, одни отчеты. Мертвые. Угу. Угу. А чё? Алло? Не выходит. Так, мне еще интересно, почему же я... не зашел вот сюда. Что здесь? Так. Просто сундучок. Еще и ученик. Неплохо. Просто золотишко. А это плохо. Можем идти дальше. Пусть там поджарится. Идем дальше.
смысле? Ты где? Где-то я его пропустил. Опа, урна. Золотишко. Так, тут что-то будет не просто так. Очень интересно. Вот и все. Делов-то. Давай-ка завались, братан. Да, что-то не особо он ее завалил. Ай-яй-яй. Деревянная дверь. Ну, здравствуйте. Опа, братаны. А ты чё? Кто там? Ага. Новый уровень. Я не понял сейчас. А где, братан-то? А. Ну, здравствуй. Палач. Бежать. Так, ну погоди. Как бы погоди. Мы еще здесь не все освоили. Алло. Сюда иди. Так. Да что ты будешь делать? Где ты? Молодец. По факту тут делать нечего, да? Да. О, как красиво. Да, прикольно. Прикольно. Ай-яй-яй. Так, хорошо. Здесь сделать мне нечего. Нету подсказок каких-нибудь. Ага. Змея. Кит. Орел. Змея, кит, орел. Хорошо. Змея, кит, орел. Зараза какая. Змея, кит и орел. А скорее всего ввести мне нужно будет... Вот здесь. Так, заберем. Давай, змея. Ой, блин. Понятно. Кит. И орел. Хорош. И, наверное... Да, блин, что такое? Так. Давай по-другому. Змея. Орел.
А теперь... Открылось! Здесь ничего. Идем вниз. Ну и как глубоко. Ну и как... Опа! Тихо! Опа! Сюда иди! Тихо, тихо, тихо! Стеклянный двуручный меч. А неплохо. А неплохо. Но больше я здесь ничего не вижу. На, завалил. Так, это уже выход. Это уже выход. Это уже выход. И что, никто не просыпается? Опа! Ха-ха-ха! Накаркал! Камон! Бежать! Бежать! Кто еще? Тихо, не бей меня! А, тут еще и дверь закрылась, к тому же. Следующий. Бежать. Так. Все? Отлично. Смотрим. Понемногу, помаленько. Собираем золотишко. Так, ребятки, все, да? Ну, хорошо. Оп. Смотрим. Где там у меня костянка? Костяная, костяная, костяной. Драконий коготь. Значит, орел. Орел и... Ага. Чего? Орел, орел, и чё? Чё такое? Дракон, что ли? Орел, орел, дракон. Орел, орел, дракон. Орел. Орел. И дракончик. Точно дракон. Хе-хе. Погнали. Ну что, вы готовы? Осторожнее, что ли? Это еще не все. Железный меч. Ага. Кошелечек. Кошелечек, и это хорошо. Все, пошли. Крипта. Криптовалюта.
Ну, как бы. Я думаю, мы сейчас боссика найдем, да? Пошли валить его. Есть кто? Первый раз вижу что-то подобное. Да брось ты. Давай, сюда. Ой, промах. Ха-ха-ха, промах. Давай, вали его. Давай, вали. А чё он такой мощный? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Так, крепкая магия лечения. Поехали! Оп, оп, оп. Главное не помереть. Тихо. И готов. А это ж не все. А это ж не все. Погоди, все. Это все. Микрул Галдурсон. Часть амулета Галдура. Увеличивает здоровье на 30 единиц. А неплохо. Грамота о наложении печати. Золото. Черный клинок Галдура. Поглощает 20 единиц здоровья. Неплохо. Предметы. Оп. Так, здесь оставайся. Микрул, убийца, предатель. Будь проклят за грехи твои перед миром. Мира. И лордом. Да будут, да будет имя твое и что-то там твои позабытые одеяния. И амулет твой над нашей печатью прибудет. Так. Трейл. Это кто? Тоже трейл. Интересно. Так. Довольно-таки неплохо все вышло. Я завис в беге. И поэтому у меня были более мощные удары. И это хорошо. Тем самым, как бы меньшими проблемами. А так он мощный. На этом уровне сложности он мощный. Я бы, конечно, замучился его. И то я столько зелья выпил, что, по-моему, меня сейчас стошнит. Так, там решеточка, тут ключ. Хорошо. Что здесь? Здесь тоже решеточка и ключ. И там у меня слово силы. А ну-ка, пойдем посмотрим, что тут. Тут-то тут наверняка должно быть, но нет. Опа. Стоять.
Ой-ёть. Ты можешь подняться хоть как-нибудь? Нет? Мне кажется, можешь. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну давай еще раз. Вот молодец. Вот молодец. А куда это мы там попадем? Интересно. А с той стороны тоже что-то есть? Прикол. Так, запишемся. А, я не могу туда попасть. Да хорош. Ха-ха-ха. Маленечко это, на Е. Да, видимо, там и делать нечего. Прикол. А я думал, там есть проход. Ну нет, так нет. Все. Хорошо, пошли. Давай правую часть. А, тут без разницы, и тот. А, не, я смотри, что. Так, здесь всего лишь урны, да? А, нет, кошелек с монетами. И погребальная урна. Тоже неплохо. Итак, слово силы. Так, точно. Замечательно. Какое? Да давай уже. Мороз, морозное дыхание. Неплохо. Зелье, зелье. Что тут у нас? Стальная булава, железные перчатки, стальной... Стеклянный боевой молот. А, неплохо. Железная секира. Золотишко. Золотишко, кольцо малой хватки. Атаки двуручным оружием наносит на 15% больше урона. А, неплохо. И все. Кошелечек. Что тут еще есть? В общем-то, ничего. Хорошо. Пойдем. Что это? Железный двуручный меч. Нет, спасибо. А? Ледух, ты что-то меня это раздражаешь. Опа. Прикол. А где? А-а-а. Ах, вон оно что. Ну, хорошо. Все понятно. В общем, дело сделано. Дело сделано, господа. Так, у нас теперь имеется новая задача — найти части амулета Галдура. Так, ну, в общем-то, и хорошо. Где эти места находятся? Значит, один здесь. Сартал. Неприметное убежище. А, вон оно что. Я тебя понял. А где еще? Так, второй. Вот здесь. А, пропустил. Вот. Зал Гейермунда.
Айварстед. Рядом с Айварстедом. И он, кстати говоря, открыт. Давай-ка мы туда и направимся с тобой. Пойдем. О, у меня новый уровень. 30-й, кстати говоря. Олень. Олень! Угу, я понял. Я понял. Давай-ка мы с тобой новый уровень вкачаем. В здоровице. Бам. А далее. Далее. Одна способность. Одна способность. Сейчас мы посмотрим, куда мы сможем вкачать. Отлично. Кузнечное дело. Орочьи доспехи. А дальше эбонитовые доспехи. Это отлично. Куда пошел? Вот мы сюда и вкачаемся. Замечательно. Растем дальше. Идем сразу, сходу, с пылу, с жару выполнять квеста. Да блин, да чё тупишь? Чё только нет. Каких только грибочков тут не понаросло. Так, так, так. Воу, 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 крысёныш. Так, ну-ка давай, я тебе за что плачу? Освобождай меня от этой рутины. Крысёныша бомбить. Есть чё? Опа. А, неплохо. Утраченные легенды Скайрима. И что за утраченные легенды Скайрима, по-моему, я уже читал. Давай-ка тебя выбросим. Так, так, так. Слушай, или почитать. А, ну его. Я их и так, скорее всего, найду. Грибочки, и это хорошо. И это мы сварганим целую кучу зелий. Так, нам падать вниз. Белые грибочки, черные грибочки, красные грибы. Эх, вечером будет веселье. А здесь что? Здесь выход будет. Все, я тебя понял. Ну что, вы готовы? А чё так глубоко? Воу, 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 воу. Нет тут ничего полезного. Ха! Ха! Погоди. А здесь чё? А здесь дверь. А за этой дверью... пауки. Сразу слышно их. Так, ты чё меня напрягаешь? Выходи. Ну, там больше делать нечего. Оп, привет. Лежать. Луки надо тоже прокачивать. Опа. Хорош. Адепт. Неплохо. И чё? А ничего. Железная бронь. Эльфийский щит. У меня этого добра хватает. Так, стоять.
Нет? Погоди. Что за фигня? Ой, как же трудно без этого, а? Ты мне там не кряхти. Ничего тут нет. Да уйди ты, а? Блин. Уйди. Значит, все-таки надо мне туда пройтись. Что-то там будет. Стопудово. Да. И... Так, так. Урочи, ламеллярная броня. Не знаю. Пусть будет. Валим. Валим, 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 валим. Вот теперь пойдем. Идешь там, эй, мать? Или ты уже все? Коньки откинул. Идешь? Где она? Ё-моё! Идешь? Алло. Я ж думал, все, она коньки откинула. А нет. Так. Ё-моё. Опять загадочки, опять загадочки. Не спать. Служба идет. Ох, вас тут. Следующий. Кто еще? Так, давай посмотрим, что тут есть. Что тут есть? Угу. Кнопка. Отлично. Ух. Вот это прикол. Так себе ловушка. Угу. Мне надо открыть рычажок. Соответственно. А че у тебя так много всего? Соответственно, надо понять. Так, давай посмотрим. Где он? Опа. Просто сундук. Здравствуйте. О, сколько ловушек. Так, орел, кит. Змея, кит. Так, раз. По левую сторону. Два. Орел, кит. Ну, давай. Чисто логически орел кит. Начнем с орла и кита. Далее. По правую руку кит, змея. Кит. Да где ты там? Кит. И змеюка. Пробуем. Открыто. Хорошо. Да дай мне гриб сюда.
Идешь? Па-п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 а
Иди ко мне. Неплохо. Что ли? Чё, мать? Психуешь? Грибок, грибок, грибок. Так, так, так. Смотрим. Есть ли тут что-нибудь полезное мне? Кроме грибов. И то неизвестно, полезное ли это. Ага, кошелечек. Так, кунцлаг чего-то там. Рано мне еще к тебе идти. Угу. Железная булавка. Ржет дурной. Лорд Гермунд, архимаг Виндхельма. Высший боевой маг короля Харальда. Блюди дозор свой вечно, маг. Служи за гробом, как при жизни, ибо хранит печати мрак от трех изменников отчизну. Вот так вот похоронили. Это ты? Ключ лорда Гермунда. А где он? Ах ты! Вот дела. Тоже так думаю. Готов. Мысли. Я думал, он упал. Архимаг. О, свиток. Защитный круг. То есть его принесли в жертву. И дали ключ. Вообще красота. Так, там есть что ли? Проход. А здесь адепт. Опа. На. Получила, блин. А нечего мне передо мной вставать. Так, и тут проход, и там проход. Ну офигеть. Яд бешенства. А я могу? А я могу? О как. Поглощи. Черный клинок Галдура. Могу разложить. Кольцо мало здоровья, ожерелье мало здоровья, шлем. Ну, черный клинок. Разложить или нет? Разложить или оставить? Да давай разложим его. Будет меньше места занимать. Так, хорошо. О, это что такое? Да блин! Да, интересно, девки пляшут. Я так и понял. Ох ты, вы начальник! Гад! И
Я тебя так зарублю. Оу-воу-воу-воу-воу-воу. Я чуть не помер. Секунда просто, и все. Давай, мочи его! Мочи его! Ай-яй-яй! Хорош, 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 хорош. Я еще и душу захватил. Погоди, у них есть душа? У них есть душа? Я не знал об этом. Ой, как мне вот не люблю я вот этот. Когда они... выкидывают оружие мое, приходится так на тройку, приходится заново все настраивать. Эбонитовый топор неплохо, ебонитовый топор, и это хорошо. Эльфийская броня на кой? Подлечимся. Так, тут у меня... А, вот оно что. В смысле? Ты что меня накалываешь-то? Я чуть не понял. А где? А где опустить-то? Ну и чё за подстава? Ну ёшкин ты кот. Ладно. Очень интересно. Просто очень интересно. Так, 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 так. А, вот ты, гад, где. Я и смотрю, что что-то тут не так. Опти, здрасте. Еще там. Ё-моё, вот они катакомбы строили раньше, а? Черт победи, что тут найдешь? Ничего нет интересного. Опять кнопка. Ух ты, ё! Ха-ха! Ты чё, блин? Псих! А ну-ка, сюда иди. Не. Опа! Душа захвачена. А мне интересно. Большой, большой. Слушай, а неплохо, неплохо. Ё-моё, Лидия, иди сюда. Идём, проходи. Где-то здесь выключатель должен быть. Да, нет? Не особо. Ничего себе. Яд за 500.
Так. Я куда-то пришел. А куда я пришел? Непонятно мне. Пам-пам-пам. Ну чё ты застрял? Дурной. А! Хочешь сказать, что я уже пришел? И мне туда. Да? Да. Но, блин. А давай-ка мы еще. Погоди. Давай-ка мы еще сделаем вот так. Каменную плоть. Оп. Отлично. Ну что, вы готовы? Давай-ка завалим этого балбессона. Оп! На тебе. Куда ты? В смысле, блин? Где ты? Ох, ё! Тихо. Чё за прикол? Вот такого я чуть не ожидал. Это не тот. Это опять не тот. А это он. Так, где ты появишься? Ай, гад! Это не он. Да блин, где ты, гад? Какой коварный тип. Ай! Ты что сделал? Пёс. Да блин! Это он. Хорош. О, зараза, а! Любят они вот этой вот ерундой заниматься. Где мой? Так. Эбонитовый арбалет на двоечку у меня был. Оп. Убираем. А? Вот фиг тебе. Так, тогда получается... Так, ты что творишь? Ай! Блин, ну не засранец ли ты? Где ты? Получил последнюю. А, нет? На. Воу. Да что такое, а? На. И еще разок. Хорош. В смысле? Вот так. Часть амулета Галдура есть. А, грамота наложения печати. Снова золотишко. Черный лук Галдура. Поглощает 25 единиц магии. Неплохо. И его разложим. Да, коварный тип, коварный. Еще и с хитрецой. Ха-ха-ха-ха. Вот же пес. Где мой арбалет? Я отсюда не уйду без своего
арбалета. Что хотите, делайте, я его должен найти. Где мой арбалет? Пою же. Да. Теперь я должен найти арбалет свой. Я нашел свой арбалет. И это очень замечательно, потому что без него, без эбонитового арбалета, ну, блин, знаете, как-то так. Не очень, мягко говоря. Так, давай-ка сбегаем, посмотрим, что здесь еще есть. Потому что нам по-хорошему туда дальше надо идти. Я понял. А, кстати, да, вот этот вот. Да. Двимерская стрела просто плавает. Ну, больше тут, я думаю, что нет ни черта. Кроме грибочков. Пока я тут, решил разложить и черный лук Галдура, поглощает 25 единиц магии. Так себе, а как... Эффекты для наложения нормальные. Вот теперь можно идти дальше. Все, погнали дальше. Я думаю, что это уже будет выход. Сундучок со всякими прелестями. Тарелька. Железный двуручный меч. Отлично. Всегда мечтал о нем. Орочья булава страха. Продадим. Золотишко и свиток. Немного. Совсем немного. Точно больше ничего нету. Осколки. Что это? Жемчужина. И еще жемчужина. Это на тарелочке как раз. Маленькая жемчужина. Что еще? Что еще? Я пропустил. Опа. Чё-то? Ага, двуручное оружие повышается. А, неплохо. Вот так вот сейчас бы ушел. И пропустил бы. Так, рычажок. А вот и выход. Там, где мы и заходили. Неплохо. Еще грибы. Пока я бегал, еще грибы выросли. Уж какие полезные грибочки. А как они быстро растут. Ладно, ладно, валим отсюда. Надо грибочков посадить. Они быстро растут. Миссия пройдена. Так, а амулет Галдура. Точнее, часть амулета Галдура, что дает? Часть увеличивает здоровье на 30, а здесь увеличивает запас сил на 30. А я его могу одеть? А я его могу одеть. Неплохо. Это очень даже неплохо, потому что у меня кольцо... Да, и золотое ожерелье тоже 20 дает. Так что нормально. У меня в итоге 300 и 310 неплохо. Можно магию покачать чуть-чуть. Пригодится. И 30 уровень.
Так. А? Ну что, мы молодцы? Мы молодцы. Идем дальше. Следующий шаг. Это следующая часть амулета. Нам до нее как раз нужно будет дойти. Я думаю... Кстати, Винтерхолл тут рядом. Неплохо. Давай неприметное убежище или Альфтаунд. Давай Альфтаунд. Бог с ним. Оттуда пойдем. Мы пойдем... Опа, что это было? О-хо-хо-хо-хо-хо. Ты где, братан? Это что, какой дурной? Кстати. Блин. Ай-яй-яй. Где-где-где? Арбалет. Раз. Два. И... На двоечку. Почему взрывной двеймерский болт огня у меня? Где болтяры? Где болтяры? Двеймерский болт. Хорошо. Ну давай, иди сюда. Я готов. Ну же пёс, а? А! Кстати, это же, по-моему, развалины будут по миссии этого. Скажи. А ты кто такой? Сдохнешь и не успеешь даже пожалеть об этом. Ой, блин, я застрял в снегу. Наконец-то достойный... На. Поклонник Боси. Блин, и драконы напали, и... Летел? Нет. Ой, блин, а я-то куда? Твою же... Ничего это было. Вот зараза. Где этот поклонник? Баэти. Так, эльфов. Мы наказываем. Разузнать побольше о поклонниках Боэти. Ну вот вам и следующее задание. Они, можно сказать, один за одним идут. Дракончик летает. Что мне с этим драконом делать? Где ты, братан? Завалить тебя, нет? Ага. Попал. Вот теперь я его заинтересовал. Давай, иди сюда. Ага. Еще хочешь? Лети давай сюда. Давай лети сюда. Ты чё? Дурной, тормознись. Ай, красавчик. Беги. Блин, не успел. Так, ты от меня отвали.
Ай! Да уйди ты от меня, а! Дракон, сюда иди. Хорош. Ай, гад. Завалил, наконец, тролля. Хорош, сюда иди. Я от тебя. Ты что такой мощный-то, а? Или на 30 уровне драконы уже совсем другие, а? На, получай. На еще. Вот так. Неплохо. Неплохо сразились, неплохо. Душонку поглотили. Хорошо. Хорошо. Так, почти дошли. Найти бы еще где пройти. Что-то просторы прям такие смачные. И везде упасть можно. Так, вроде бы я на месте. Опа, что это? Железорудная жила. Это хорошо. Да, да, я... Я пришел. Хорошо. Вот я и на месте. Саартал. Или вот это вот по миссии Винтерхолда. Не знаю. Вон там людишки бегают эти тролли. Так, ну что, увидимся с вами в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Неплохо, неплохо проходим. Прям интересненько так и прикольненько. До встречи.